Место падения малазийского Боинга 777, который потерпел крушение 17 июля в районе села Грабово Донецкой Народной Республики, по-прежнему охраняется войсками народного ополчения. Невзирая на регулярные обстрелы территории крушения украинской армии, все фрагменты самолета остаются на месте до окончания следствия. Обломки охраняются, ждут комиссии повторно. Но надежды на эту комиссию мало, потому что до сих пор никто не возобновил расследование. И по истечении такого срока шансов что-либо сейчас найти очень мало, потому что эта территория активно обстреливалась украинскими силовиками. Мы были свидетели этому. Гаубичные снаряды, мины, а также они применяли даже кассетные части СРЗО «Смерч». На данный момент вся эта территория подконтрольна Донецкой Народной Республике. И милости просим тех, кто хочет собрать здесь улики, но вряд ли кто-то приедет, так как мое мнение, уже все знают, кто это сделал, просто не разглашают эту тайну.